Друзі, я хочу всіх вас привітати з класним ранком на радіостанції Європа Плюс і хочу усім побажати одразу бадьорого дня для того, щоб сьогоднішній ваш день пройшов якомога ефективніше і крутіше. Просто вмикайте Європа Плюс, робіть гучніше, підтанцьовуйте і все буде у вас супер круто. Як завжди, вранці у нас є цікаве шоу, на якому запрошуємо реально крутих гостей, які нам розкривають якісь надзвичайні тематики, які являються надзвичайно ефективними для бізнесу, це в першу чергу. Сьогодні у нас у гостях керуючий партнер компанії, яка займається, власне, вона допомагає виводити усі товари українського виробника і іноземних виробників на Amazon і інші такі цікаві платформи. Компанія сьогодні партнер Trade у нас у гостях і керуючий партнер Бондарчук Тимофій сьогодні у нас у студії. Привіт, друже. Доброе утро, радіослухачі. Доброе утро, Паша. Трошки підніми мікрофон, щоб тебе краще чула вся наша країна. І сьогодні нам Тимофій взагалі буде розповідати, як вивести, власне, можливо, український товар на Amazon і інші платформи, як заробляти, можливо, в 10, можливо, в сотні, а може в десятки тисяч разів більше. Скажи одразу, да, почнемо з такого щось. Ну, всі хочуть заробляти гроші, це нормально. І, власне, наша програма орієнтована на те, щоб розкривати і допомагати людям заробляти ще більше. Скажи, будь ласка, разом з твоїм консалтингом, з твоєю допомогою, з допомогою твоєї команди в цілому, реально, наскільки люди починають більше заробляти? Ну, на самом деле, не тільки зависит это от нас, это зависит от їх самих. Вот. В общей сложности нужно отталкиваться от того, какая у них ситуация на сегодняшний день. В данном случае любая компания, которая приходит к нам с запросом вывода их продукции на американские либо европейские рынки интернет-площадок, один из основных вопросов, который я задаю, это что у вас происходит на сегодняшний день? Где вы уже продаете этот продукт? Продаете ли вы его в интернете или в офлайне, в Украине, или вы уже куда-то еще экспортируете? Нужно понимать существующую ситуацию для того, чтобы понимать, насколько, в принципе, уже покупатели, как они реагируют на данный продукт. И потом впоследствии первично мы делаем небольшое маркетинговое исследование на основе того, что происходит с данным продуктом, если он уже продается на Амазоне, eBay, либо других интернет-площадках в Америке и в Европе. Смотрим, какие там есть аналоги, какое есть отличие продукта нашего клиента от этих аналогов, какие есть конкуренты, сколько они продают, как они упакованы с точки зрения маркетинга, какие у них фотографии, какие у них отзывы вообще. И потом впоследствии уже делаем математический расчет с учетом затрат на логистику, на склад, комиссии Амазона и так далее. И от этого можно сделать вывод. Есть ли смысл работать с данным товаром, выводить его на интернет-площадке Amazon именно конкретно в такой вариации или там в такой упаковке. Вот. Тобто ти говориш про те, що, ну, перший показник – це успішний продаж в Україні, наприклад, або, ну, в цілому желательно, на маркеті. Желательно, да. Да. Тобто експериментувати все ж таки дорого, правильно, і потрібно вже розуміючи чітку стратегію і маючи якийсь успіх, вже виводити тоді на інші майданчики. Ну, смотрите, как это было ранее, когда интернет был не так популярен. То есть, как люди выходили на зарубежные рынки в принципе. То есть, они выезжали за границу, участвовали в каких-то выставках. Там, впоследствии открывали компанию, снимали офис, нанимали бухгалтеров, юристов, менеджеров. Начали заниматься дистрибьюцией в офлайне, привлекать каких-то дистрибьюторов в другой стране, для того, чтобы хоть как-то начать продавать, получить какой-то первичный срез. В общей сложности вывод такой продукции может занимать десятки тысяч там долларов, вот, и год, а может быть и полтора. Поэтому даже по опыту наших клиентов сейчас уже к нам люди приходят и говорят, да, действительно, мы там пытались продавать в Европе, открыли несколько магазинов в офлайне и потратили кучу денег для того, чтобы сделать вывод, что, наверное, с этим товаром не стоит там работать. Вот, поэтому все-таки интернет-площадки — это будущее на сегодняшний день интернет-коммерции. Вот, и это самый дешевый способ протестировать свой продукт на чужом рынке.
І самий бистрий. Компанія Partner Trade сьогодні у нас у гостях, яка допомагає виводити якісно і не витрачати десятки тисяч доларів, а витрачати їх ефективно і заробляти десятки тисяч доларів. Ми сьогодні запросили Тимофія для того, щоб він був як представник усієї компанії, обличчя всієї компанії, і розповів нам, як потрібно виводити на Amazon. Я говорю просто як Amazon як приклад, тому що є інші майданчики, про які, можливо, ну, не всі розуміють. Amazon – це американський маркет, неймовірно великий, і ми всі вже чули про нього, є ще в Європі майданчики. Скажи, будь ласка, ну, усі цікаві кейси, да? Наприклад, я не знаю, там був якийсь наш український виробник, зробив якийсь там підстаканник, чи не знаю, якийсь там цікавий стільчик, і він почав продаватися на Амазоні. Да? Якщо на Амазон, ну, хоча б там 2% купить, то це вже великий успіх, мені здається, правильно? Ну, смотрите, за прошлый год, за 16-й год, Amazon отчитался по продажам свыше 136 миллиардов долларов. Это буквально один интернет-магазин, одна площадка сделала продажи на такую сумму. В общей сложности в среднем разные эксперты, разные источники оценивают по-разному, но украинский рынок за год сделал около 2 миллиардов. Вот. Поэтому в данном случае, да, конечно, есть смысл пробовать, есть смысл выводить, но далеко не все товары, далеко не все категории товаров даже подходят для успешной продажи на Amazon. Поэтому, естественно, что определенная часть людей, которые выходят с этим продуктом, у них получаются успешные кейсы, у некоторых не совсем. Вот. Но нужно понимать, что Amazon — это лишь только тоже часть американского рынка, и впоследствии даже для крупных компаний, где Amazon может дать совсем не рентабельные, скажем так, продажи, многие компании все равно выводят для того, чтобы там хотя бы присутствовать. Потому что это все равно возможность получить фидбэк от американского потребителя и впоследствии возможность выходить на офлайновые рынки, получать B2B-партнеров, получать каких-то реселлеров, которые впоследствии могут распространять данную продукцию уже самостоятельно по всей территории Северной Америки, Канады, возможно, Мексики и даже какие-то другие рынки. Детально, як це все зробити, ми вам розкажемо трошечки пізніше. А поки що нагадаю всім нашим радіослухачам, що у нас у гостях компанія Partner Trade. І зараз ми поки що зробимо невеличку перерву. Це Павло Ковчег. Друзі, ми продовжуємо наш ефір. У нас у гостях Бондарчук Тимофій, керуючий партнер цікавої дуже компанії Partner Trade, яка займається виведенням товарів на Amazon і інші величезні майданчики, на яких ви зможете заробляти мільйони доларів. Чому я так трошечки сміливо кажу? Тому що реально компанії є, які заробляють мільйони, мільярди доларів. Все говорить про якість товару, оригінальність його і правильний маркетинг навіть у цих, на цих майданчиках. Скажи, будь ласка, а скільки, я не знаю, компаній на Амазоні, наприклад, українських? Чи є статистика приблизна якась, хоча б честно говоря, надихнути людей? Да, честно говоря, вообще не знаю, но на самом деле... Ну, багато, можливо, чи... Много, 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 да. Супер. Дело в том, что очень многие компании запускают свои бренды совсем не под украинскими какими-то названиями. Mm-hmm. То есть, ну, специально. Да, и на самом деле этот рынок только растет. Я думаю, в общей сложности где-то в странах СНГ присутствуют несколько десятков тысяч продавцов на конкретно на площадке Amazon. Uh-huh. Вот. И многие из них запускают товары не только украинского производства, это могут быть, в принципе, производства, там, не знаю, в России, в Казахстане, в Белоруссии. Вот. Они могут под своим брендом запускать товары с производством в Китае. То есть, на самом деле, ну, происходит такая глобализация. Неважно, где ты находишься, в какой стране, на каком языке говоришь, если у тебя есть хотя бы базовые знания английского, вот, желание зарабатывать, желание обучаться, ты готов посвящать этому время, то, в принципе, практически с любым товаром можно пытаться выходить, то есть, как бы... Скажи, будь ласка, чи можна тримати фокус тільки, ну, в бізнесі, тільки в кінцевому, на фінішній прямій займатися тільки Амазоном, наприклад? Ні, звісно, Амазон не панацея, то есть это не единственная площадка. Большинство на сьогоднішній день даже среди наших там знакомых в разных сообществах присутствуют предприниматели, которые продают уже на миллионы долларов.
Вот. И они в основном не работают только с Амазоном. То есть они стараются использовать какую-то многоканальность, продавать на eBay, на торговой площадке Shopify. Вот, они выходят на канадский рынок, они идут в Европу. В Европе Amazon присутствует в 5 странах. Они сейчас вот уже некоторые запускают продажи в Австралии на Амазоне. Есть также Amazon в Японии. О, вот. Боже. Да, то есть даже на японский рынок выходят. Поэтому, в принципе, это... То есть ты можешь продавать его по всему миру, зависит от тебя. Скажи, будь ласка, давай яким чином все ж таки вийти на Amazon? Я хочу, щоб ти дав інструкцію таку, знаєш, пошагову, якщо це можливо в рамках нашого ефіру. Конечно, смотрите, значит, как это происходит в нашей компании? У нас это сложилось на самом деле не потому, что мы как-то так придумали, а просто в ходе уже работы с клиентами, которые просто приходят непосредственно с каким-то товаром, говорят: смотри, я произвожу вот такую штуку. Что мне нужно сделать для того, чтобы она продавалась там в Америке? Для начала мы делаем небольшое исследование. То есть человек заполняет определенную анкету, данные... Мониторинг. Да, да. Заполняет анкету с данными по данной продукции. Это могут быть какие-то конкретные вопросы касательно, что это за товар, название его на английском, вот, из чего он состоит, какова его себестоимость. Потому что, в принципе, мы делаем это исследование в рамках с математикой. То есть, другими словами, человек там получает потом документ в виде там 25-30 страниц с разными табличками, графиками и просчетами, где он уже, в принципе, понимает, какие есть конкуренты у него на Амазоне, сколько они продают, как они продают, сколько ему нужно произвести первую партию, отвезти, сколько стоит логистика, сколько стоит склад, сколько заберет комиссию Amazon, на какой маркетинг ему нужно будет сделать хотя бы ближайшие 3 месяца, с какими затратами и какие ожидаемые продажи он может получить. Соответственно, если потом математика складывается таким образом, что человеку интересно, это рентабельно, он понимает, что он все равно хочет это делать, начинается такой проект старт, грубо говоря. Это начиная от поиска ключевых запросов, написания непосредственно самого листинга, то есть это как странички на Амазоне, как твоего личного магазина. Вот. Созданием фотографий, упаковки, дизайна, Facebook-страницы, посадочной страницы для внешнего трафика и так далее, и так далее. Потом впоследствии мы уже отправляем, мы же непосредственно занимаемся логистикой, мы делаем ее под ключ из Украины в Америку, вот, и в принципе и в другие страны. У нас же компания находится в Америке, которая приняла этот товар, завезла на наш же склад, часть хранит у себя, у нас это дешевле, чем на Амазоне, вот, супер. И частично отправляем это в Америку. То есть на сегодняшний день мы такая международная компания, которая имеет основной офис, учитывая то, что мы работаем на русскоязычном пространстве, то есть это страны СНГ, наши клиенты, вот, основной офис работы с клиентами, он находится в Киеве, но при этом при всем у нас компания есть в Америке, компания в Китае, потому что, ну, украинские товары круто, но очень многие люди запускают непосредственно под своей торговой маркой, так званая модель работы на Амазоне Private Label, с производством товаров в Китае. Китай, Камбоджа, Вьетнам, Корея. То есть вот так примерно. Отже, партнер трейд компанії, яку зараз представляє Бондарчук Тимофій, власне займається повністю усім сервісом під ключ і допомагає якісно і правильно виводити ваші товари на такі величезні майданчики. Друзі, як завжди, на Європу Плюс цікаві люди, цікаві компанії і цікава інформація. Зараз невеличка музична перерва. Ну що, друзі, ми продовжуємо наш ефір. У нас у гостях Бондарчук Тимофій, він керуючий партнер надзвичайно цікавої компанії Partner Trade, яка займається виведенням товарів на Amazon і інші подібні платформи. Якщо у вас є власний продукт, який є власна дистриб'юція, то, в принципі, робіть гучніше, тому що зараз надзвичайно важлива буде інформація. Ми вже пройшли те, що до цього потрібно готуватися, потрібно моніторити подібні товари на Amazon, наприклад, так? Потрібно готуватися до того, що, в принципі, це не робиться дуже легко, але це реально є безліч компаній, які заробляють, ну, неймовірні просто гроші. Це мільйони, сотні мільйонів доларів. Просто якщо це в це вникнути, не знаю, я в шоці. Що ми з тобою тут робимо? Да? Але ми доносимо до нашої аудиторії те, що потрібно, є можливості реально, ну, вийти, можливо, на інший рівень. Скажи, будь ласка, все ж таки, ну, надихни нашу аудиторію, яким чином
ну, стати надзвичайно успішним у цьому направленні? Ну, во-первых, нужно многое обучаться. Нужно понимать о том, что это не просто дополнительный канал продаж, это, в принципе, целый бизнес. При этом, при всем, не нужно бояться. Вот, абсолютно любой человек с определенным желанием того, вести бизнес, в принципе, да, и развиваться, это нормально, да. Да, может это, начать это делать. Как это происходит, в принципе, и к какому результату можно прийти? К нам обращались компании, которые говорили: смотрите, ребят, у нас вот такая-то проблема, мы хотим выходить. Мы делали какой-то анализ, начали запускать проект. Через 3-4 месяца их товар уже продавался на европейских площадках. Вот, и, в принципе, они увеличили там свои продажи, которые у них были до этого. Они уже, в принципе, где-то продавали в Европе в 3-4 раза. То есть, другими словами, если они там могли продавать там на 100-150 тысяч долларов, то на сегодняшний день там перешли черту уже в 500 000. Вот. Точно так же достаточно много компаний, которым мы обеспечим не только выход, а в принципе логистику. То есть не обязательно, если вы уже продаете где-то в Америке или в любой другой стране, у нас достаточно хорошо работает логистический отдел по доставке из Украины под ключ моря, авиа либо экспресс. То есть на сегодняшний день те предложения, которые даем мы, они позволяют уйти от большого количества проблем поиска решений, экспортно-импортных операций, контрактов, возврата инвестиций, налогов и так далее, и так далее. Эту всю, скажем так, геморрой такой мы его закрываем сами. Вот, это во-первых. Во-вторых, не обязательно, если вы даже не совсем разбираетесь в этой площадке, вы просто приходите, заказываете там тот же самый маркетинговый анализ, мы делаем исследование, и от этого отталкиваемся, и уже дальше происходит непосредственно запуск, мы за ручку проводим от момента того, что вы как бы клиент занимается только производством. Основной все этапы проходим мы вместе с ним, поддерживая его, всю переписку с Амазоном проводим тоже мы. Мы же непосредственно там рекомендуем, что впоследствии нужно делать для того, чтобы увеличить свои продажи. И потом под ключ передаем этот бизнес клиенту, он непосредственно уже дальше его ведет, развивает, зарабатывает деньги. Тобто повністю консалтинг під ключ, і я впевнений, що бізнес розуміє, про що ми говоримо. Скажи, будь ласка, яким компаніям потрібні твої послуги, наприклад, компанії Partner Trade, наприклад, з яким чеком, обертом коштів на місяць, наприклад, якщо там в них заробіток, там, я не знаю, там 3 тисячі доларів, чи цікаво, чи тут, ну, в принципі, будь-яка компанія може... Абсолютно любые компании. К нам действительно приходили разные абсолютно бренды, не буду их называть, но это бренды, которые имеют в Украине полторы сотни магазинов, несколько десятков магазинов, производство в нескольких странах. Вот. И они в основном уже понимают, какие-то риски могут быть, какие могут быть суммы. То есть им нужна какая-то поддержка, и желательно как бы провести их за руку для того, чтобы минимизировать те риски, которые они могут понести. Поэтому не имеет значения, какое, насколько крупное у вас производство, являетесь ли вы собственником его, либо вы дистрибьютор. В основном категории продуктов очень разные. Это могут быть, я не знаю, мебель, детская игрушка, какие-то аксессуары, электроника, одежда. Я не знаю, все что угодно, в принципе. Даже продукты питания уже, в принципе, тоже Amazon запускает. Буквально недавно Amazon купил сеть в Америке Whole Foods. Вот, те, которые были в Штатах, прекрасно понимают, что это такое. Я думаю, что не просто так они приобрели эту компанию. Вот, и собираются развивать направление FMCG, продажа непосредственно продуктов питания в сети с доставкой на дом. Вот, плюс замыкают это вместе с офлайном. То есть получается такая мультиканальность продаж. И у украинских компаний очень большой потенциал. Не только украинских, а в принципе вот в странах СНГ. Поэтому компании могут быть разные. Ваш клиент це і Білорусь може бути, правильно? Абсолютно. І є, навіть не потрібно ж просто плече-плече. Потрібно, можна навіть через скайп повністю провести клієнта. Абсолютно верно. Несмотря на то, что мы находимся в Киеве, у нас есть клиенты, которые находятся по всему миру. То Супер. Есть они могут жить в Великобритании, Австралии, в Америке. То есть мы мультиязычные. Вот, у нас поддержка происходит, в принципе, с утра до вечера, учитывая то, что он там с Америкой у нас плюс 6, Китай минус 6. Вот, или вернее наоборот. Поэтому в данном случае мы не имеет значения, где вы находитесь.
не обязательно с нами там встречаться. То есть вы заполняете анкету, вы можете производить, я не знаю, где-то в любой стране, в любом городе. Вот, это все происходит онлайн. То есть практически вся поддержка происходит онлайн, и практически любая компания может начать это делать уже прямо сейчас. Это не так сложно, это не так дорого, как вам кажется. Вот, я, в принципе, призываю любого человека, который производит что-то, делает это хорошо, болеет своим делом и хочет развиваться, обязательно выходить на самые конкурентные рынки, где может присутствовать самые вкусные рынки с точки зрения объема продаж, и стараться делать так, чтобы о его продукте узнал весь мир. Партнер Трейд сьогодні у нас у студії, і я хочу тебе запитати, ось останнє моє питання, які ризики ви берете або гарантії берете на себе? Тобто, що ви можете гарантувати ось вашим партнерам? Смотрите, мы можем гарантировать тот момент, что, в принципе, другими словами, мы создаем для человека бизнес, да, то есть ранее его продукт никак не продавался в Америке, вот, мы доводим человека до первичных органических продаж. То есть если... Тобто гарантия результата, вона присутня, правильно? Первые органические продажи. Это не гарантирует то, что, в принципе, вы там станете миллионером, да. То есть нужно понимать, что ответственность несет непосредственно сам клиент, сам предприниматель, что это его бизнес, это не чье-то... Мне подобається твоя відкритість і чесність, потому что дуже багато, знаешь, говорить просто, я тебе зроблю миллионером. Ну, дуже важко, друзі. Для того, щоб стати миллионером, потрібно дуже багато пройти етапів росту. І просто компанія-партнер Трейд дає один із етапів, вона прискорює просто ці етапи. Все верно. Ми даємо определенний толчок, ми запускаємо цей процес. Тобто чеку далі, назад дороги нет. Все. Тобто його товар вже знаходиться в Америці, його вже якась там бабушка в Теннессі може зайти з телефона, нажати на кнопку і купити, я не знаю, там какой-нибудь свитер или полотенце или еще что-то, неважно, что вы производите, вот, и вы можете получить за это деньги. Это мы создаем такую цепочку, чтобы это работало. Дальше, естественно, мы можем поддерживать вас, консультировать, направлять в те или иные русла с точки зрения там курсов обучающих, то есть у нас есть партнеры, которые занимаются обучением на продаж на Амазоне, вот, и, в принципе, мы там рекомендуем тоже к ним идти, учиться, вот, развиваться и так далее. Я тебе дуже вдячний, что ты завітав до нашої студії. Знайшов час, тому що роботи в тебе дуже багато. Я хочу побажати усьому українському бізнесу власне росту. Для цього ми збираємося, для цього ми дискусуємо. Я тобі дуже вдячний за інсайти, за кейси, які сьогодні ти в прямому ефірі радіостанції Європа Плюс розказав. Сьогодні у нас був Бондарчук Тимофій, керуючий партнер компанії Partner Trade. Я, друзі, усім хочу побажати успішного бізнесу, кучу бабла, я не знаю. Ну, власне, це частково робить нас щасливим. Спасибо, Паша, мені теж було приємно. Всім радіослухачам желаю успіхів, вот, розвиватися і наслаждатися життю. Всім гарного дня, па-па. Європа Плюс. Європа Плюс.